Как вы будете подходить вот к этому дому? От угла. А? От угла. 45 градусов и бесплатно. Вон напротив, блин, там окна идут, получается. То есть в любом случае сбоку всегда что-то есть. Поэтому еще раз спрашиваю. Я даже, блядь, намек дал. 45. Вот, почему? Мы себя прикрываем, получается. Типа, шоу, это либо, одна хуйня, да, прикрываем. Но у противника проблема. Да, то есть под неудобную руку вообще получается. С этим понятно. Чтобы было проще, понятно, Иваныч, попрошу занять вот это вот окно в доме. Первый этаж, второе окно. Первый этаж, вторая комната, вот это окно, второе справа. Так, все мы отсюда видим угол 45 градусов. Сейчас Иваныч появится. Начни работать, ну, сойку поставь, чтоб ты мог оттуда стрелять. Да, заряжай. Не, заряжаться не надо, свалиться. Просто сделай стойку. В нашу сторону. Вот как ты бы по нам стрелял? Выглядаю, подружка, выглядаю. Вот, видите, ему неудобно. А если сделать... Вот одну шеренгу попадаешь. Иваныч, ты нас видишь, попадаешь? Вот, видите, как высоко. А если еще дальше уйти? Вообще не буду дальше. Вот, соответственно. Почему 45 градусов? Понимаете теперь? Да. Если вы заходите во фронт, он прячется в глубине. Все, Иваныч, выходи. Точно так же и та сторона. Везде неудобная рука. Перед тем, как начинаем штурмовать какое-либо здание, в любом случае у вас есть разведданные, вы видите какую-то картинку, понимаете, откуда должны плюс-минус заходить по фронту. Соответственно, на фоне планирования вы себе выбираете угол с какой стороны. Отталкиваясь от того, что в большинстве случаев у нас в основном все люди... Это кто? О, мышление идет в нужную сторону. Но надо выбирать под неудобную руку. То бишь заходить не с левого угла, а справа по отношению к ним. Потому что что, если ты заходишь по отношению к нему справа, у него угол неудобный. Вываливаться надо. Запоминаем это все дело. По вашему мнению, как бы вы располагались для подхода к дому и какое количество пошло бы к дому, исходя из вашего вот отделения 7 человек? Кто где должен занять места? Под дом, ну, хорошо. Где остальные? Остальные оборудование. Стояли окна, контролировали. Разметочку дайте, пожалуйста. Вот у вас территория. Вы сейчас же нарабатываете то, как вы будете работать. Я вот слушаю ваше планирование. Сейчас посмотрим, получится у вас что-то с этого или нет. Вот за этим деревом первый. Вот за этим. Кто? Пошел. Четверка, которая идет под дом. Второй уходит за другое дерево. Куда? Вот за вот это, да? Это он уже на видимость уходит, на хорошую. Ну туда я дойти думаю, еще надо, да. Да, они вдвоем здесь, потом мы заходим, и он подтягивается туда, как раз это будет. Они, блядь, вот это вот лучше, чем вот тот дерево, блядь. Вот это если вот такого меньше, блядь. А лучше он заделать хуйню вообще, блядь, на настоящее. Близко уже. Какая у нас основная задача? Вспоминаю. Подавытых. А? Подавытых законы. Зверцы людей. Во, блядь. Поэтому распланировать надо как? Чтоб все было, блядь, говорится, как надо. Соответственно, на фоне этого всего. Для того, чтобы нам это распланировать, что нам требуется? Делать все постепенно, то бишь поэтапно. Если у нас начинается все, блядь, током, оно, соответственно, так же и чистится вот все. Постепенно, то есть, блядь, по очереди. Грубо говоря, с этого со всего. Вот так вот людей раскидываются уже в процессе, когда вы дальше идете, правильно. Да. Первый этап, я спрошу, с первого этапа, потом дальше уже идет развитие. Соответственно, позиция выбрана правильно. Отсюда что мы видим? Если отсюда сидим. Там, в сторону. Мы отсюда под прикрытием видим как минимум одно, второе окно. Даже вот здесь было бы получше. Ну там два окна уже. Соответственно, если это контролирует окно, четверка может смело идти. Прочистив окна,
не надо второго запускать, следующий ты убегаешь, у вас один запас по-любому. Потому что у кого-то что, закончилось БК, блядь, вам надо меняться, либо останавливаться. Поэтому на этом фоне сейчас, Иваныч, определяю четверку, которая будет подходить к дому. Двойка, которая у тебя контролит, точнее один контролит, один резерв и один командует. Что делать? Это твоя задача будет основная. Сейчас, Сережа, Юра, попрошу занять окна, ну, эти, в чем будет идти процесс. Так же, как помнишь, в прошлый раз действовали, то есть одна комната и пошли отходить. Угу. То есть у вас будет так, вы прошлись, даю гранаты, соответственно. Одна комната, одна граната. Граната залетела в комнату, она больше не работает. Но там остается человек контроль. Чтобы вы понимали, что, блядь, да, у вас расходятся люди, то есть надо будет просчитать, блядь, сколько ты можешь пройти и т.д. и т.п. То есть. Соответственно, если мы чистим комнату, одну, вторую, попытка контроля коридора, естественно. Чтобы можно было уже этого человека, который стоит, снимать, так как у тебя что, коридор на контроле, передвигаться никто не может. У них задача вас сдерживать. Кого попадают, соответственно, вы с рядом ждет, пока все закончится. У вас, получается, зашли, залетела граната в окно, следующая комната, в эту не возвращайтесь. И вот так вот до конца. Если я взорвался в комнате, я перебегаю в следующую. Да, вы не умираете. А, вы не умираете. Контролировать с двух окон. То есть одна, вторая, либо коридор, вторая. У нас только лобовая, да? С той стороны. Бок, да, у нас сейчас будет идти задача вот подхода, то есть ага. У нас окна и дверь. Все. Давай станем один здесь, один там. Ну, типа, разойдемся на два угла здания. Прям первую комнату встречать? Да. А? Первую комнату. Ну да, ты тут, а я на крайнем. И все, и будем перекрестным валить. Все, старт, Серёг. Пусть подойдут, Серёга, поближе. Серега, в комнате противник. Первая комната. Держу. Первая комната и с улицы. С правой стороны. Слева в комнате. С улицы справа. Смотри окна. Серега, смотри окна на улице. Справа. На следующий момент.
Оп. Аккуратно, там в комнате здесь был. Или это тот же? Кто-то еще есть, кто-то еще один есть в комнате. Только у тебя за спиной. Если я не ошибаюсь. Ты был? А двое было сначала. Смотри сюда. Тут чисто, угол чисто. А вот. Вот вышел в первой комнате. Он мин. Продюсер, 7 человек. Вы подходите группой. Вот, у вас подошло 3 человека. Я же вам говорю, поэтапно. Нахуя вы в него полезли, блядь? Нахуй я дождался всех трех. Нахуй ты полез в комнату без гранаты? Я сказал, объясняю, смотри, это вот он сидит в соседней комнате. У вас все было намного проще. И первые гранаты были более-менее нормальные, эффективно. Первые две-три. Нет, вопросов нету, теперь смотрите, к чему идет. Его, да, вынесли. Меня два раза снесли. Гранат. Вы собрались, втроем на углу стояли, правильно? У вас задача прочистить комнату. Один, по возможности, выходит. Находит себе, блядь, оптимальную точку смотреть коридор. По возможности он улучшает свою позицию, чтобы видеть весь коридор. До чего? Контроль коридора. Да. Двое остались. Где граната? Похуй. Кидать в окно, да? Контроль есть? Есть. Что можно делать? Кинуть гранату. Какого хуя в дом пошли? Подошел. Я ж кричал, второе, блин. Гэп, он выходит в любом случае. Только произошел взрыв, все, контроль. Стоишь, ждешь, ты говоришь, что контролируешь. Если ты здесь контролируешь, с той стороны, он уже не может держать коридор ровно, ему надо уйти, у него угол, блядь, остается 10 градусов. То есть все, что он может там увидеть, чтобы его не ёбнули, это, блядь, ну вообще пиздец. То есть тут уже можно улучшать позицию, на будущее сразу тому, кто держит коридор. Соответственно, один встал, второй отсюда с гранатой шел. За вторую план. Кинул, блядь, встал. Держу. Пусто, пусто. Поменялись, блядь. Нахуй вы полезли в дом, блядь. Вот этим методом и идется. Соответственно, 2-3 комнаты почистили. Тот вообще может вот так встать на коридоре и смотреть. Понятно? Да. На исходную. 4 минуты. У тебя патроны? Ну, я набил пару магазинов. Наталья! Да! Смотри, да, с той стороны, откуда они шли, а я смотрю, догадаются ли они в уход пойти. Ага. Ну да, и подпускаем поближе. А? Каком? Левом, правом? Правый? Левый, вот тот, туда. Плюс. Правый, я скажу, покажу же левый. Ну вроде они дом не могут обходить, да? Могут. Пусть подходят. Пошел на чуть-чуть назад. Давай, первая комната будет взрываться.
Минус. Так, основная ошибка, как по вашему мнению, на данный момент была? Вот начали охуенно, вообще базарами. Чё, блядь, бросили окна? Хочу отход. Какой отход? Я сказал, отход либо гранаты. Ну типа, гранаты мани, хрен мать. Похуй! Вот, смотрите, вот видите, к чему мы пришли? Мы пришли к распределению своих возможностей. И своих, блядь... Да, выходи давай. И для распределения своих. У кого была граната? Двух. У трех. Трех. О, где был третий? Крыльтан. Правильно. Крыльтан. Что надо было забрать? Крикнуть, кинь гранату хотя бы. В чем проблема, блядь? Все ж просто. Нахуя отходить? Вы закрепились два окна. Все понятно. Есть третий. Принимайте решение дальше. Если у вас есть два и третий коридор, вы можете двигаться. Уже вот так вот хотя бы. Один держит. И пошли вот этим. Соответственно, если бы этот подошел ближе к коридору, может бы передать гранату, соответственно. К нему может кто-то подойти, вы держите. Находим угол, где вас не видят, и спокойненько подходим. Да-да, там. Соответственно, подходим и начинаем дальше. Следующий момент. Для прикрывающих. Очень узко сидим. Вот, ну, разница от того, что ты где? Оттуда стрелял, да? Да, я. Пришел с тыла, пришел, но ему нашел. Ну вот здесь ты себя прикрывал. Объясни мне, долбоебу, бля, что ты видишь 45. Ты ж точно так же хуево видишь, как я. Я видел окно и угол дома. Вот и все. А если ты, блядь, вот сюда переместишься, бля, что ты здесь будешь видеть? Видишь, обзор буду, да. Я уже после убитого подтягивался. Меня на тыл. Не ебет, блядь, что у тебя было после убитого. До убитого у тебя была возможность переместиться? Сколько ты пролежал там? Сколько ты там пролежал? Пару минут пролежал. Ну. Ты вот, ну, по тебе смоляли, когда ты там лежал? Да, я кричал. О чем это говорит? Тебя уже спалили, тебе не дадут высунуться. Что надо делать? Рискнуть хотя бы, блядь. Ну, вариантов не дохуя. Либо тебя там один хуй завалит, либо ты рискнешь, улучшишь позицию. Занялся бы этим. Взял бы, отойди назад, сделай крюк. Вернись назад под прикрытием своего. Обойди, сделай крюк. В чем проблема? Ты засел. Потерялось прикрытие, получается, у них. Ты видишь угол, но не контролируешь. Виталика убил на да, но и, коли я тебе просил, кого? Мене крыли его убили с окна. С окна, да. Выходил вон на него, он его с окна убрал. Я с окна и стрелял по нему. Не-не-не, ты не понял. Гарик снял. Он снял его с окна напрямую. Он заходил в комнату как раз эту. А там ты не помнишь. Так, ладно. Распределяем заново роли, 3 минуты подготовки. Повторяем сценарий, который у вас был только что. Получилось хорошо, но шире берем захват по прикрытию, соответственно. Ну и дальше проходим. Хлопцы, говорите. Дошли до какого-то периметра, все. Блять, я послушай, не вижу. Дошли до вот какого-то, закончилась БК, заканчивается там, закончились гранаты, БК на исходе. Командир, кричим, понятно, сейчас без рации. Гранаты кончились, контролируем это, ждем что? Допоможные силы, блядь, на этом все. Если есть допоможные, я вот тому, кто остается там два человека, допустим, блядь, если у вас есть дочисти, сколько тут? Раз, два, три, четвертое окно, там где стекло и решетка не считается, четыре гранаты надо закинуть. В сути, этаж почистит. Соответственно, я еще вручаю одну гранату, группа подходит, вы дочищаетесь, пока тебя контролируют. Если нет, нету, не можем. Ждем подкрепления. Тут нету никого. На контроле все. Стабилизировались. Как это называется? Красавцы. Вот и все. Ваша задача. Вот, ну, вам надо дойти, зачистить, задержаться. Дальше уже подкрепление идет. Вот что вы можете сделать? Вы сделали. Объявили об этом. Все. За зарядку. Кому что? Все, отходим назад, пусть они тут маневрируют, там все дела. Как только они зайдут в дом, я предлагаю... Не, стоим здесь. Давай, один стоит тут. Давай я тут, чтобы они не прошли мою по моему совету вдоль дома. Ага. Я вот здесь, там. Плюс. На фасаде.
Да, да, смотри, только вот. Бедует. Так, так, попал. Убит, убит. За, ушел назад. Вот я заряд этот. И ты ушел, он сразу туда пришел. Да я слышал, что он где-то рядом. Так а нахуя ты уходишь? Контроль! Кричи, передавай, пацаны! Держу четвертую комнату, заходим, идем. Вы два раза бросили окна. Мы уже рассредоточились, как вы думаете? Блять, вот Буся, вон там, вот тут вы бегаете. Вы что, не слышите, что орет? Честно, нет. Тогда надо, блядь, Буся, что делать? Чтоб рацию взять. Ты... Не, рация само собой. Слушай. Ты если кому-то обращаешься, дом, есть командир, есть кто-то рядом, кто-то, блядь, передай дальше, блядь, если он не реагирует и там не слышит. Ты сзади, ты ж видишь обстановку. Я, блядь, постоянно с вами говорю, я все время что-то кричу, блядь. То рот, сейчас, послушайте. Ты видишь сзади обстановку, ты можешь им говорить, что происходит. Ты передал, если он не услышал, крикни. Блядь, ты слышишь меня? И кому ты обращаешься, говори, блядь. Да, говоришь позывной, если он не понял, хуесосишь его, блядь. Пока не пойму, не скажу, что плюс, там минус, блядь, всякая хуйня. Но своего завалил. Красава! Всех поубивали. Сходимся сюда, в собрание. Бля, попытался в окно влезть, но понял, что, бля, умру. Два раза. Ты сам хотел? Надо было с помощником. Не, у меня, я что-то делал, я направил на угол. А залазить ты как? Одной рукой, думал, подкинуть. Да ну, блядь, ты с плитами играешь? Да. Расскажите мне, пожалуйста, как в окна заходит. Один раком хоть душка тебя расстал. Покажите мне, блядь, этот момент. Продемонстрируйте, пожалуйста, как в окна заходят, если уже, блядь, спина здоровая, давай. Ну да. О, плюс-минус. Причем самый толстый, бля, внизу, чтоб знали. Не обижались. На самом деле не так чуть-чуть, можно просто выставил колено, поставил. Можно колено, вот, но колено просто, может, в колено и ушел. Или так, да. Поэтому вот и все. А лезть вот это вот, блядь, ну это... Я пиздец. Просто слышал, что он там щелкает. Тем более, блядь. Понимаешь, он рядом, думаю, сука. Не. И тот, кто лезет, мы чаще всего не работает. Вот сбоку люди, кто стоят, они кроют. Ты меня все-таки один почув, что я кричал угол дома, блядь. Да, либо мне хуяры шпиздят. Следующее, те, блядь, которые... Тихо. 10. Кто гранату кидал? Я, 20. А, 40, тогда 30 получается. А, следующий момент. Прикрывающий, сидишь сзади. Заебись, ты видишь, кричишь. Ну, опять угол узкий.
расширять. Видишь, блядь, вчера не прикрывающий был, прикрывающий. Так он здесь, его ёбнули. Ну, он же шлёг специально, видно было. Я уже видел, ты прибежал. Так, кстати, тебе же гавкнуть надо было, чтобы менять позицию. Вы убили, да? Нет. Ну, соответственно, если у тебя здесь появился прикрывающий, ты сидишь сзади, найди выгодную позицию, чтобы ты шире видел. У тебя все люди зашли сюда, ты оттуда не все видишь. Здесь что? Посмотри, вот я сижу с этой стороны. Идеально. Даже если ты вот тут вот сядешь, там под деревом, здесь вариантов укрытий дохуя. Почему выбрал участок? Чтобы возможность была у вас находить. На поле боя будет дохуя взрывов, блядь, ну, я имею в виду, блядь, ям под, блядь, 120-ок и всего остального. Там также можно прятаться. Если не в яме, то за каким-то бугром, либо за деревьями. Поэтому твоя задача, тот, кто прикрывает, улучшить свою позицию, чтобы ты больше мог видеть. Отсюда ты, блядь, только класс, вот тебе скидка твоя на каждое окно, блядь, на каждый угол. Соответственно, этот, который здесь лежал, он может уже действовать шире. Ты ему освобождаешь место для работы, что он может идти либо в помощь, либо, блядь, там занять, либо здесь переместиться, вообще взять вот тот угол под контроль, чтобы никто не вылазил. И вы двумя людьми, блядь, контролируете весь дом и все подходы. Ты отсюда, грубо говоря, видишь левую часть эту, он оттуда видит ту часть, также смотрит на... Я понял. Окна и, соответственно, ту часть. Те, которые работают внутри, если они зашли, они уже там все сами контролируют. Ваша задача, чтобы с окон никто не вылазил, не смотрел. Появляются, увидел, уебал. Пацаны, третье окно, кто стоит рядом, услышал, блин, тоже должны слушать, кто заходит. Ага, поняли, там третья, четвертая комната дальше. Где-то был, ждем, соответственно. Перекур, 5 минут и заново. Хлопцы. Все, начало, Серега. А нам стреляют? Да, начало. Минус. Так, я перехожу в другую комнату, штурмуйте дальше. Хорошо, переходи. Я из другого хочу, да? А, нет, ты штурмуйте дальше. Минус. Штурмуйте дальше. Не знаю, попал или нет. Нет.
Минус, подловил. Шары закончились, а? Ага. Звук охуенный был. Закончилось все. Все? Да-да-да. Ага. Блядь. Все. Все, второй вышел уже. Все, ты не попал по мне. Не? Не, я пытался читать, я сказал, что я не понял. Все, стой, блядь! Все. Все, шишевало-цевало. Блядь, ну нахуй, блядь, помой яйца, блядь. Я не понял, не зрозумів, чи ти попав в мене, понял? А, я понял. Все, давай. Потом еще момент. У вас вначале, когда вы начали чистить, в общем, все шло неплохо, но одна хуйня. В данном случае работает змейка, а не, блядь. А, типа, третий тоже перебегает, да. Один, два, три, допустим, первый пошел, блядь, смотреть. Соответственно, если первого, который проходит, ёбнули, блядь, будет понятно, где опасность. Это стандартный размен, блядь. Если все нормально, нормально, но если уходит вот этот вот, блядь, идет к этому, блядь, что происходит? Контроль. Секунда-два, исчезает контроль. Что это означает? Хуйня. Потеряна, блядь, вообще, блядь, концентрация. Контроль. Поэтому вы передвигаетесь, чтобы никто не проходил по коридору. То есть вот видно дверь, проход, блядь, все, твой контроль. Пошел, увидел для себя, посмотрел, блядь. Хочешь тут стоять, не готов идти дальше, нету быка, там, ну, блядь, знаешь, вот только на контроль. Стал рядом на его место, и тот пошел, обходя следующего. Или, блядь, уже, ну, соответственно, от того, что у тебя в наличии, блядь. Тот, кто идет, перед этим что должен сделать, блядь? Сказать. Не, помимо сказать. Во, подготовиться к следующему этапу, а не прийти, блядь, с 10 патронами или еще что-то, проверить, что, где, к чему. Ага, нету, блядь. У вас есть время, ты знаешь, впереди контролят, соответственно, что? Иваныч, говно, неси гранаты, блядь. Он сидит сзади, блядь. Буся, ползи. Вот в чем момент, поняли? Да. Ну у нас тут так и было. По времени вас, смотрите, дал специально таймер. Успели в среднем, блядь, за 6 минут. О чем говорит? Времени охватало до хуя. До хуя. Артана вводится 20, ну 20 минут, это охуенные пацаны, которые вот стоят, вылезли с бендажа там, только поправили. Если что-то другое, блядь, есть полчаса, но берем самый хуевый вариант до 15 минут. Поэтому, блядь, у вас времени вот так вот. Еще можно было, блядь, Бусе, блядь, сходить вот туда, блядь, к малолеткам попиздеть, блядь. Там этим занимался. А, нет, не здесь. Да здесь, ну, тем более, еще ближе. Еще и кого, еще и... Ему в писю попал. Давайте, 3 минуты этого. Потому что вы не говорите, блядь, нихуя. Вы уже внутри здания будете, а контролирую окно. Какого хуя? Смотрите, условия... О-о-о, секунду, чуть-чуть несем вам коррективы. Условия следующие. Первый, второй этаж. Второй этаж контроль. Это для контролируемых, ну, кто на контроле. Пацанам немножко обмежим, чтобы не выбегали. Кто-то один со второго их гоняет, чтобы тут сильно. Один на первом, второй на втором? Один на первом, один на втором, да. Вокруг здания они не гуляют. Вокруг здания они не гуляют. Первый, второй. Ваша задача пройти, прочистить первый этаж. Помним, большой взрыв, 5 секунд, лежим, не дергаемся. Радиус 15 метров. А добивать можно? Если взрыв происходит, сейчас, секунду. Если взрыв происходит, тут 3 точки расставлено. То есть одна из них, в принципе, блядь, ну, каждая точка, вот, блядь, тут либо прикрывающие молчат какое-то время, либо атакующие молчат какое-то время. Если взрыв, они падают. 5 секунд ничего не делают, ваша возможность... Добивать можно, да? Я еще вначале вам дал намёк. Не, ну... Но мы эти 5 секунд не двигаем. Не двигайтесь. Вы это вот... То, о чём я вам говорю, то и... Всё. Если вы делаете, кричи мне сюда, кто с балкона вниз, я тебе буду там слушать. И ты в основном на этой части дома? Ну, я буду ходить смотреть, зависит от того, откуда они пойдут.
Гуся! На втором этаже один! Ты кого-то спросил, про какую ситуацию до конца? Кого звал? Крым! Нет, кого... Я часто видел, бля, я все время туда шмалял. Не. Видать, не хватает силы этой прибора. Ну да, оно ж летит секунду. А? Долетала хоть рядом? По мне, бля, передо мной. Ты в четвертом окне очень долго был. Четвертый, пятый, бля, я все время их хуярил. Я тебя видел. Смотри, Таш, что с коридора попал. Не, ну я долго нигде. Я выглянул, посмотрел и пошел в следующее окно. Ты из глубины даже, бля, смотрел. Ну, я за тобой следил. Я за тобой следил. Я тебя шары долетали до коридора? Долетали до, там где-то стучали рядом. Вот, все, шары долетают по лес. Вопрос в том, что оно издалека кажется. Он появлялся буквально. Он да, ушел. Сейчас объясню, о чем говорить. Я просто не мог в тебя стрелять, потому что тут Рома сидит. Я же специально так хорошо. Я же потом хорошо пишу. Ну да, я так и понял, что. Я уйду. Итак, напомните мне, какая задача у вас основная? Зачистить первый этаж. Он был, была сделана? Не было. Почему? Потому что огонь был сверху. А? Потому что огонь был сверху, и они а не пошли по кругу. Блядь, сверху? Они не пошли на поверхность начали стрелять, они обошли по кругу. И ставили в окна. Блядь, вообще. Вот, задача какая? Зачистить первый этаж, занять первый вопрос. Этаж. Вопрос. Сделали? Почему нет? Не, убили, в принципе, сделали. Почему не сделали? Кто мне это может объяснить? Нет, я видел немножко другую ситуацию. Вопрос, бля, там не было заключительного момента крайнего. Не зашли с другого стыла. Конца не было, первый зачищен. Вы где стояли крайне? Вы все четыре окна прошли, правильно? Да. То есть эти комнаты были чистые. Что было сделано? Разве не был почищен первый этаж, получилось? Другой комнаты все? Что, коридор остался? Коридор был под контролем в тот момент? Где? КБ было, да? Я помню. Вы шли, у вас никто не пробивал? Нет, нет. А? Кто сидит? Да нет, вы как-то шли, мы в ну, вы дошли, четыре комнаты почистили. Задачу вы сделали? Вы об этом доложили? Ваша я дальнейшая суета, это все хорошо. Командир был сзади, он тут орал, вы слышали. Я крикнул до мене. Но так, не... надо крикнуть первый зачищен. Вопрос не в этом. Я же задаю нормальный вопрос. Задача. Зачистить первый этаж. Вы его зачистили? В сути. Да. Вы прошли, все сделали как надо. Для этого что? Дойдя до крайнего окна, ты знаешь, что у тебя сидят прикрывающие здесь, которые, тем более, вы еще кого-то выбили, судя по всему. Кто убил? Ты убил. Ты об этом знал? Ты кричал соседу минус, что здесь минус? Нет? Коммуникация когда, блядь, будет? Это вам вместо рации, ваши крики. Я сказал, вот слышал, когда запищал таймер? Вы уже курите 5 минут. Кто, блядь, мешает общаться? Не будете сейчас делать, блядь, нахуй оно надо вам дальше.
Серега? Серега живой? Я на первом. Где? Минус. Минус первый этаж. А? Два попадания куда? А, серьезно? Блин, так как я целился специально... Да, я целился специально в броник, блин. Как он? Я ж прижатый был, как ты мне в броник, блядь, попадешь? Мы лежали, блядь, я лежал. Я лег, и у меня вот так вот только вот лицо торчало. И ты дунь? Я на его место лег, на, нахуй. Сиди. А, вот здесь вы были? Да. А, понял. Ты так, правда, понял, в одном месте два как раз вот. А ты тоже выбрал место, бля, видишь, тут труп, куда нахуй ты... Куда я перебил? Я не по-сомалийски стыл у нас. А кто с угла злицы? Никто на улице не был. На углу никого не было? Зверху, зверху. Я по-сомалийски, получается, с балкона. Под первым окном. Ну я с той стороны почувствую. Потому что никто не контролировал уже. Не, Юрик, да, мне сверху снял. Ногу так вошло. Не, нет, сверху. А, ну значит... Ты не прочухал, ты ж вылазил по нему, работал, да? Такой? А я не знаю, я видел... Я имею в виду, ты вниже стрелял. Да. Нет, тут вылазил вот такое, я уже кричу, блядь, по тебе начало, ты уже спрятался. Ты правда, блядь, вылазишь, блин. А, вы подумали, що вийшов той, хто був. Чисто все. А, я спустився просто звітом на перший, ви подумали, що перший чистий. Почали контроли. Чисто? Друге слово придумав. Что я себе, ну я враг, я похуй. Я себе калишнул, что сейчас будет расслабон, вы тупо зайдете, а мне главное просто бегать. Быстро. Вы сейчас уже с рациями, да? Нет, конечно. Да. Да. Уходи, брат.
Бой, да. Бой. Что? Блядь, так тут скинулся. Это ничего страшного. Блядь. Вот то въебало, нахуй. На сильную попал? Нормально? Ты кинул гранату? Блядь, я ж кажу, мы идем, все, отпал. А я не хочу. Блядь. Я хочу, что минус, типа. Гранаты. Эти двое держат комнату. Опять же, те, которые у тебя держат комнату, периодически себе позволяли убирать свой ебальник с окна. Какого хуя? Не знаю, спросишь у них, блядь. Какого хуя? То есть, если ты стал держать, и вы уже тут что-то разворачиваете, нагнетаете, то, соответственно, стоим и держим, блядь. Ствол что-то где-то, блядь, у тебя все сфокусировано на проход дверной. Соответственно, вот, вы, блядь, загнали его в третью комнату. Хуй с ним, не получилось. Он кинули гранату, он вышел, подождал, она взорвалась, зашел обратно, дальше ебашится. Но вы знаете, что он никуда не покинул. Но в тот момент, когда вы вот этим занимались, и ты упиздил направо, блядь, нахуя, не понимаю. Почему? Ну это, ладно. Следующий момент. Бойцы, которые стоят, периодически снова убирают, теряют контроль. Секунда, человек ляп прошел. Все. Следующий момент. После этого всего, когда вы, блядь, стоите, держите, не получилось хуйня с гранатой, дальше это все происходит, у тебя отсюда, блядь, выходит, блядь, спустя минуты две, блядь, человек. То есть вот, ну, увидя, что, блядь, убрали коридор, что раньше не пошел? Кто был крайний? Я. А? Что раньше не пошел, если ты увидел, что, блядь, коридор положили? А ты не видел, что выходил еще вот убитый? Как мы, блядь, контролируем поле боя, блядь, и свой сектор? Он выходил с твоей стороны, если ты был в кустах. Нет, когда он выходил, то я был в кустах. Ну ты видел, что он выходил. Вот, то есть уже противник ушел. О чем говорит? Остался один. Ладно, сверху. Если сверху, то ты идешь направлением на коридор наверх. Занимаешь место под низ. Ты что у тебя сверху? Защита. В чем проблема? Где ты был? Ты внизу, мам. Сам початок контролировал коридор. Кто, где ты контролировал коридор? На место. Кто контролировал коридор? Крайний. Вот, когда тебя убили. Пойди стань, где ты был. Вернись, Рекс, назад. Ну, ты переквичку робив, ти кажеш живий. Да. Дальше, вот, ти сказав, що ти живий, я це теж слышав. Да. Вот. Ти здесь. Я тут сидів. Ну, вот здесь, ти сидиш. Ти видиш, що його убили, що він ушов? Вот. Почему ти от сразу же, якщо його убили? Ти видів, що до этого виходив чоловік убитий? Да. Вот, математика. Где була? Якщо його убили, откуда? Соответственно, що? Знизу противника. Тоже просто. Поэтому клац и пошел дальше обратно. Ты знаешь, что произошло? Ты видишь, где командир? Ты ему подсказываешь, блядь. Иваныч, хуйня! У нас 200, иду пытаться контролировать коридор. Ты идешь через 2 минуты только. Когда, блядь, в принципе, уже непонятно, что там происходит. Включаем голову снова. Увидел, что выбыл? Почему я говорю, ложимся и не двигаемся? Вот эти моменты тоже. Должна быть визуальная хуйня, что человек ничего не делает, что он лежит. В следующий раз заставлю орать. Вот попали и сидим, блядь, ну отвернулись и все время орем там. С разницей там 30 секунд, чтобы было понятно, что с вами все хуево, но вы не дееспособны. Чтобы у вас вот появлялась вот эта хуйня, чтобы вы понимали, блядь, что происходит. Соответственно, на этом, блядь, было в общем неплохо. Все прошли, вроде сделали, блядь. Даже пережили, блядь, контузию, образно говоря. Крайняя херня, это вот это вот с недоконтролем. Следующая херня, опять же, возвращаемся к окнам. Кто держал тут становище? Я держал. Крайний, да, и кто тут держал становище? Иваныч, ты командир. Искал гранату, нашел, блядь. Гранату нашел, все правильно, полезил, да, все верно. Не сложилась у вас хуйня. Вы должны принять следующее решение, если вы даже вот он исходим из ситуации, что он здесь остался. Стоит, ты подошел, посмотрел, оценил, с какой руки заходится, что делается. Левая рука неудобна. Ты же понимаешь, что тебе заходить. Да, справа удобно. Пришел сюда. О, поинтереснее. Тут можно даже вот так вот, блядь. Залез первый. Куда ты пошел сам?
Вот если разобраться. Залез первый, сел в коридор на контроле, вот смотрит там где-то что-то. Залез, взял контроль, второй полез. Вас уже двое, и вылетая, уже проще даже вторым прикрыться, блядь, пытание. Сработать, пытание. Да. Есть один там, который он держит, блядь, чтобы он с той стороны не выбежал. Здесь я, например, контролирую. Или он контролирует. Мы троем. Залезть надо же, блядь, помочь, чтобы я правильно контролирую, подставил ногу, чтобы он залез. Залез, и он сел как-то вот. И он уже контролит. Я же уже залез туда, блядь, у меня здоровья хватит. Он здесь контролит. Можно, да. Вот, включаем голову дальше. Чтобы ему сделать вилку, шел, подходим ко второму. Тут было правильно. Залазим через голову. Он был там. А как оказалось, они думали, что... Размен существ. Ну это вы уже проебали. Я тебе говорю о том, что мы допускаем, что он вот здесь сидит это изначально. Соответственно, вот здесь вот вилка, вы знаете, где сидит, знаете, что контролировать. Залез один, он уже держит контроль. Да. Соответственно, второй уже может пытаться там спокойно один даже залазить, потому что контроль есть уже там внутри. Вот. Да. И тебе здесь стоять снова контролировать нечего, так как у тебя боец будет двигаться, ты будешь ему уже спину наваливать. Но если его ебнут, ты не поймешь все равно, откуда прилетело. А так хотя бы уже будучи там, и если вы выходите с расчетом на левую сторону, и все, и ты вот у него там из-под этого держишь. Но это уже при работе в здании. На исходную, на сдачу. Каждая ошибка в этом плане, даю 20 минут на выполнение операции. Каждая ошибка отжимания. Делать все грамотно, не спеша. Под нашим? Плюс. Внизу, Серега, внизу. Аккуратно, там они уже могут под окнами торчать, чтобы опять не подстрелили. Минус. Итак, как считаете, насколько вы заслужили отжиманий? Я не буду казать. Что ты? Ну. Давайте выбираем, блядь, цифру, блядь, совместно с коллективом. Как думаете, за этот раунд, что вы должны сделать, сколько раз?
пятибалльная система, блядь, оценки, блядь. От этого и зависит количество. Ну, в предыдущий раз мы дольше жили. Сейчас... Два с плюсом. Два с плюсом, так это сколько будет отжимания? Если ты... А я выскочил на улицу. Ну, по 30-ке тогда. 30? Что, отжиматься? Не, вы тут ничего. Ну, надо же как поддержать коллектив. Мы же не будем вот это смотреть. Все так. Давай, спорт. Все-таки не помешает. О, каски ж, да, или нет? Кто не сможет что сделать за раз, поднимается, делает приседания. Можно разбить. Так, я 30-ку зарубил, до кого еще зарубить? Приседаем тогда, где его оставляют. Давайте за тебе 15. Кому ще я помогу 15 раз снесу? Хто ще раз? 19 раз присесть. По остатку присідаю. О, давай, пойдем лучше присядь. За кого ще пустить? А, бля. А, у меня нога болит, я не могу, у меня тут тянет, бля. 30. Итак, какие выводы по сегодняшнему занятию? Все хуёво. Основные проблемы хочу услышать. Общение. Коммуникация. Нехуй спешить. Кидать позиции. Только вызвать на командира. Взял точку. Не, принимать решение, да, можно. Но не варианте, не дохуя было. Если командир живой, блядь, значит, блядь, и он не дал команды, блядь, то что? Ждем команды и держим свою задачу, поставленную перед этим. Кто уже проблемы командира, блядь, забыл, он помнит или не помнит. В нем отдельно развивается эта вся хуйня. Командиру тоже это стоит учесть. То, о чем говорили, что периодически всегда образно говоря, а-ля перекличка, блядь. Может у кого-то что-то изменение, блядь, по его сектору наблюдения или прикрытия, блядь, и ты можешь принимать соответственное решение, что там сделать. Соответственно, также, которые сидят и видят свой сектор и понимают, что могут улучшить свою позицию, не стесняемся, предлагаем это. Ну, это в будущем рация будет, без криков и так далее. Общение, общение, общение. То есть общение, возвращаемся к этому, что общение, да. Я пол здания прошел, потом подбить, блядь. Крайний момент, повод, когда вас осталось двое. Если вы уже собрались идти его чистить, это здание, почему не скоординировали свои действия? Не собрались, да? Да я шукал, не собрались. Так как, вот он стоит, блядь. Вот ты стоишь под этим, он идет к тебе. Видите, опять недокоммуникация, раз, бусин вместе с Рэшем. Ты же добре знал, что Иваныч тут и Винку тогда. Воя тут. Ты не а знаешь, все же там не там. Более ты бачишь, что мы все там лежали. Я дивлюсь, он забегает сюда. Правильно. А что он делать будет, ты знаешь? Куда он идти собрался в этом доме, ты знаешь? Он на друг друга перестреляет. Твою пулю хочешь получить? Это ж легко, блин. Дуже. Вот, вот о чем ошибка, то есть. Это дополнительный плюс 10. Я шучу. Уже. На этом фоне все просто, остановитесь уже, раз у вас принимаете крайний бой и решили, блядь, ложиться со своими рядом, то хотя бы между собой красиво это сделайте, поговорите. Для себя поймите, что, блядь, от себя ты сделал все, чтобы сделать правильно. Вот в чем дело, понимаете, что я от вас требую? Опять же, это возвращается к вопросу к тому, что не спеша. У вас здесь все шансы, чтобы научиться. Вы здесь начнете вот это делать, там оно автоматически будет все происходить, ты вот сразу это будешь делать. Поэтому не стесняемся. Лучше лишний раз мы, блядь, ну, проведем там какое-то очередное упражнение. Вы же видите, как идет тренировка. Материал закрепляется, блядь, очень хорошо, блядь. Здесь теория, сразу практика. Так быстрее доходит. Да. Ну и самая главная проблема, знаете, какая ваша в основном, блядь, в сути? Не оттуда начали со старта разворачиваться. Сколько раз мы прошли сегодня? 6, по-моему, да? Не, больше. Даже может быть больше. Вот сейчас развернитесь все, посмотрите на ваше место. Вот. То, что вот по периметру, как, откуда вышли и так далее. Как вы заходили?
Вот кусты, кусты, кусты. Вот здесь вот рассасывались по кустам и так далее. И только два человека, бля, двигались под стенкой. А почему не все? А уже там расстреливали, уже говорили фразу, что нас всех перебили там. В кустах. Под стенкой. Мы шли под гуськом. Какой стенкой? Правильно. Вот как вас перебили? Он говорит, если бы я захотел, я вас расстрелял бы. Вопрос, почему это происходит? Второй этаж не держал. Вот. Почему тогда под стенкой идут раньше, чем, блядь, вы заходите, блядь, на прикрытие? Не казалось. Кто долбоёб? Че? Прикрытие, блядь, в первую очередь становится, блядь. А потом уже идут все остальные. У вас все по одной и той же схеме, блядь. Вначале штурмующие прибегают, а потом, блядь, ковыряясь в носу, выходит прикрытие, блядь. И то занимают позицию очень узкую, вместо широкой. Поменять алгоритм надо изначально. Штурмующая группа должна заходить и понимать уже, блядь, как там под контролем территория, блядь. Соответственно, блядь, проход под домом, если вы тут сидите, контролите, самый безопасный, блядь. Сокращается расстояние на рывок. Чем упрощается ваша работа, блядь? 2 секунды перебежал. На 2 секунды надо сосредоточиться, блядь. Ошибка понятна? Да. На этом все, спасибо. О, прям как чувствовал.